Ира, не так. Сбавь, не... Ира, скорость. Ира, Ира, осторожно, осторожно. Ира, Ира, остановись! Всем привет, ребята. Всем привет. Мы заехали за Ирой в школу. Подъезжаем таки к ее школе. А им что, меняет забор тут? Да, я в шоке такая осталась. Где забор? Где забор? Оказывается, весь старый забор сняли. А вот Ира. Ира, мы снимаем. Скажи привет, поздоровайся. Ну что, у вас тут, я вижу, какие-то обновления, да? Да. Идет ремонт. Что, меняет весь забор? Забор, да? Смотрю, полностью. Ага, красиво будут. Я заливают. Не знаю, видно, не видно. А в самой школе еще идет, Ира? Ну, там работает. Строительные работы. А, вот песок, если видно, там сдалека. Не знаю. Ну, слава богу, что не хоть стоят на делается. Месте, хоть что-то делается. В школах идет ремонт, и мы только за это. Да. Давай. Очень хочется, чтобы наши дети учились в нормальных условиях. Хорошо, давай едем. Поехали, потому что мы здесь стали. А куда мы едем? Бабушки, едем, мы заберем от передатчик. А, хорошо. Все, хорошо? Да. Готово? Да, катаемся. Все, поехали. Папа, можно и мне чуть-чуть поводить машину? Пожалуйста, хоть чуть-чуть, совсем чуть-чуть, несколько минуточек. Мне так хочется научиться кататься. Опять ты хочешь, Ира? За рулем? Я не знаю, здесь точно я тебе не дам. Ну, давай уже, когда выйдем на ту трассу, как ехать к бабушке на бетонке. Там хорошая дорога, и там не так много машин, как здесь. И там я тебе дам еще чуть-чуть. Ну, ты обещаешь мне, что только чуть-чуть, хорошо? Да, папа, я обещаю, я буду очень аккуратно ездить. Я совсем чуть-чуть. Хорошо, сейчас мы доедем до той трассы, и там я тебе дам чуть-чуть. Ура, спасибо! Все, Ира. Приехали, давай раздевайся, и ты, я... Я уже раздела куртку. Куртку, да, чтобы не было и так мы... Мы объемные, да, объемные. У нас эти куртки такие теплые. Давай, чуть-чуть я тебе дам буквально пару метров, но будь осторожна, здесь едут в основном фуры. Угу. И здесь дорога узкая и деревья, видишь, и там, и там. Угу. Хорошо? Да. Давай, тогда я раздеваю куртку, иди сюда. Ага. Да. Ира, готова? Да, готова. Все, давай осторожно. Так, смотри. Вроде боюсь. Никого и не впереди, ни сзади. Так. Как боишься? Вроде бы тут говорила, так хочу, уже я боишься. Я хочу, но это страшно. Так, включаем поворот. Следи за папой. За папой, налево. Ай, держи руль. Это работает. Все, ай. Руль держи аккуратно. Ты сама. Держи ровно дорогу. Ровно, выровни. Как туда? Аккуратно, аккуратно. Там, смотри, бордюр, аккуратно. Аккуратно, здесь деревья. Да. Ира, что так криво? Ай-яй-яй, Ира, Ира. Ира, ровно, Ира. Осторожно, осторожно. Так, медленно. Если кто-то у нас увидит... Не что... разгоняйся. Ира, не так. Сбавь, не... Ира, скорость. Ира, Ира, осторожно, осторожно. Ира, Ира, ты Ира, что ты сделала? Смотри, ты ударилась в этот столб. Ты, наверное, точно машину задела. Ну-ка, быстро выходите, давайте посмотрим, пойдем, все ли нормально. Посмотрим, давай. Водитель от Бога. Что ты мне сделала, Ира? Я не хотела. Смотри, что ты сделала, разбила бампер. О. Что ты сделала, Ира? Вот покатались, называется. Как мы поедем сейчас, бабушка? Едем назад уже. Не хотела, я случайно. И не хотела. Сейчас что делать? Я не хотела. Я случайно. Видно, мне не дано водить. Все, успокойся. Оставь, сейчас поедем к мастеру, и он посмотрим, что скажет. Надо снять бампер, наверное, порихтовать и покрасить. Все, ничего страшного. Хорошо, что хоть нету вмятин и не потрескан. Хорошо, что хоть только поцарапали. Все, ну ты поняла урок? Да, я больше никогда не сяду за руль. Все, пока ты не вырастешь, не будешь иметь права, тогда сядешь. Хорошо? Да. Все, поехали сделать машину.